Летние лагеря для школьников могут быть открыты уже с 1 июля. Такие рекомендации дает Роспотребнадзор. При этом принимать решение об открытии лагерей будут региональные власти. Однако летний оздоровительный сезон пройдет с определенными ограничениями в связи с пандемией коронавируса. Основное условие здесь – способность создать максимально закрытый режим. То есть, если раньше можно было заезжать в лагерь в течение нескольких дней, то теперь заезд будет одномоментный. Кроме того, дети и персонал будут проходить ежедневные тесты на COVID-19.